Архангел Михаил. В крестьянской религии герой, стоящий во главе святого воинства, состоящего из ангелов и архангелов. Библия повествует о том, как задолго до появления первого человека на небесах произошла война. Люцифер, испытавший гордость, поднял восстание против Создателя. Ангел был изгнан вместе с несколькими небесными воинами, поддержавшими его. Превратившись в бесов, они представили собой страну тьмы, а Архангел Михаил, выступавший в защиту Творца, возглавил его войско. Книга Откровения описывает борьбу ангелов с драконом, когда древний змей, воплощение дьявола, был низвергнут на землю. К святому часто обращаются, прося о здравии. Считается, что он защищает от злых сил, которые провоцируют недуги и помогает им противостоять. В мире существует множество волшебных источников, носящих имя святого. По преданию, Михаил охраняет райские врата, защищая их мечом от непрошенных гостей.